И получилось? Нам, что ну, нам нужно, чтобы нас научили. А, чтобы нас, нас сказали, вот туда. Эту кнопочку, потом эту кнопочку, а потом эту кнопочку. Нам сюда. Ну давай, а, ты. Вы поднимали руку, да? Пару слов. Пару слов. А, как пользоваться? Вообще, как называется? Что нам скачивать-то? Мне курсач писал чат GPT, сдала на десятку. Так, вы такие вещи сразу не рассказываете, тут же экзаменаторы могут это все увидеть. Да. У нас же все транслируется, Рутюб, Япи. Он просто помогает. Берешь. Вот. Да, он просто помогает. Да. А 10 из 100 или из каких? Из 10. Из 5. 10. 10 из 5. А, 10 какой, а какой предмет? Ну, продюсирование. Да. А, ты продюсер? А, ну ты знаешь. Ну вот, вот какие продюсеры у нас вот хорошие. Они тебе и пишут. Так, а, давай Никита, дальше. Расскажи, пожалуйста, ты же ты далеко пошел? Ты знаешь, что у тебя, что у нас сюрприз подготовлен для наших гостей? Мы продолжим. Я номерок оставил. Так, во-первых, сюрприз. Для тех, это очень важно, для кого, кто обожает фразу «Верните мне мой 2007-й», звезда, которая покоряла молодежь на экранах телевизоров в сериале «Ранетки». Ага, и как она сама себя называет? 100-процентный блогер и 100-процентный музыкант. Встречайте Нюта! Под ваши аплодисменты! Всем привет! Чего, не устали? Потанцуем, может, чуть-чуть? Ну, давай, чуть-чуть. Опять слезы на подушке и зареванный вид. Ты ведь обещала никого не любить. Стоит только пару раз ему позвонить. Ты как птица. Никто не хочет танцевать, я смотрю. Она еще даже не вышла. Поэтому вы, как знаете, такой фокус-группа оцениваем. Да, только не серьезно. Давайте вот расслабимся чуть-чуть, да? А то что, все сидят такие, как будто я тут лекцию читаю, говорят, заумную. Ну, конечно, могу зачитать. Давайте, давайте. Кто хочет танцевать? Обжигают холодные губы, а
снегом сердце кубик. Кубик синего льда, она забыла, как его любила, все застыла. Не прочесть и не разгадать, ведь эта девочка как лед, твое сердце упадет, ты не заметишь, как на рассвете станешь ты, как легкий ветер для нее. Девочка, снег, девочка, туман, и полетит, девочка. Спасибо. Ну ты просто шикарна.